если ты будешь пялиться на нее, я остановлюсь, и ты шлепнешься на глазах у всех. Это ерунда. Благотворительность. Мы с Вульфом познакомились с ней, обнаружив гобелены ее босса, Курта Ботвайла. Дизайнер с золотыми листьями? Да, это он. Можно теперь я? Конечно. Благотворительность. Арчи такой хороший партнер. Вы танцуете по понедельникам, мы только в среду. Да, по понедельникам. Регулярно, как по часам. Но вы знаете правила. Забрав его, вы проводите его домой с удовольствием. Второй промах, ты в ауте. Разрешается три промаха? Не в моей игре. Ну что ж, я ваш. Надеюсь, навсегда, милый. Ты обдумал мое предложение? Да. В пятницу вы отвезете Энди меня на Лонг-Айленд к мистеру Хьюитту. Он пригласил к себе мистера Томпсона. Еще вчера я вам сказал, что в пятницу у меня свидание. Мистер Томпсон – лучший английский знаток гибридов. Он считает, что так и должно быть. Я и не изображал сожаления. Сожалею, но в пятницу я занят. Марго Дейки пригласила меня отпраздновать Рождество. Мы-то его не празднуем. Празднование Рождества – всего лишь повод для гадких излишеств, умело символизируемых эльфом-переростком за одну ночь, дарящим подарки всему миру. Энди водит машину. Ваша мысль о том, что вы убьетесь, если за рулем буду не я, ошибочна. Если я заблуждаюсь, чувствую, что машину можно доверить только вам, пусть мы пойдем к мистеру Хьюитту. Ему был нужен урок, и для этого у меня был подходящий документ. Я собирался удивить вас только завтра, но придется сегодня. Разрешение на брак. Арчи Гудвина и Марго Дикки. Чушь, что за шутки? Это не шутки. Нет. Потребовался мастер, чтобы наконец поймать меня на крючок. Да, сэр, мисс Дикки объявит об этом на вечеринке. Когда хочешь объявить, что поймал рыбу, рыбка должна явиться. На такой эффект я и рассчитывал. Вы ополоумели. Да, вполне возможно. Может быть, это безумие. Вчера Марго читала мне какого-то греческого поэта. Как там было? О, любовь! Замолчите и сядьте. Да, сэр. Меня вдохновило ваше предложение Энди и его покойной невесте. Но, возможно, вы от меня откажетесь, а я хочу остаться. Из-за жалования, которое повышается 1 января. Я люблю работать на величайшего, честного детектива свободного мира. Сядьте. Я ценю кухню Фрица, мне нравится бильярд в подвале. Я даже люблю желтый цвет, а это большой каприз. Я все рассказал Марго. Я сказал, что у вас аллергия на женщин, и мы решили, ну, еще не совсем, конечно, мы подумали, что после медового месяца проведем испытание. Сначала медовый месяц, а потом решим. Я вам не верю. Почему? А мисс Роуэн? Вчера она встретила мисс Дикки и больше не будет со мной разговаривать. А те тысячи, с которыми вы кокетничаете? Не тысячи, даже не тысяча. Это слово есть в словаре? Сядьте. Хорошо, сэр. Нет, сэр, не сяду. Мы все это обсудим, но сначала успокойтесь. Это займет день-два. Уж лучше смиритесь, свыкнитесь с мыслью. Надеюсь, вы смиритесь. Студия Курта Ботвайла. Привет, Черри, это Арчи Гудвин. Я хочу поговорить с Марго. Арчи? Да, я его достал. Я так и знала. Где ты? В кабинете Вульфа. Я только что ему сказал. Что вы делаете? Извини. Встретимся в баре Тюльпан в отеле Чёрчилль. Я хочу тебя угостить. Нет, я хочу тебя угостить. О, любовь, любовь.
Мне будет всего этого не хватать. Весь вечер и все утро погода вблизи Вульфа была штормовой. Мы не говорили об ожидавшем меня блаженстве и о неизбежных переменах. Откуда этот колпак? Спасибо, Фриц. Снимите, только не в моем доме. И вот в пятницу, второй раз за неделю, Вульф вышел из дома. Мы с Фрицем услышали звонок, и когда мы оказались в коридоре, нашему взору предстал Ниро Вульф в зимнем облачении. Сегодня рушились все устои, он даже сам открыл дверь. Ровно 12:30. Как он это устроил? Не знаю. Я вздохнул с облегчением. Ему был нужен урок. Но если бы он упустил возможность поболтать с лучшим английским знатоком гибридов, он бы мне этого не простил. Впрочем, Лили меня тоже не простила. Я пошел к себе переодеваться. В 4 часа я поднимался в лифте к Ботвайлу. Его студия походила на логово слепого миллиардера. Хромовый модерн отличался от ботвайлевских золотых листьев в стиле модерн только цветом. Арчи, помоги выбрать. 3 сорта. Курт любит контраст. Бармен Санта-Клаус. Какой модерн? Ну, это естественно. Мисс Дики. Когда пьешь шампанское с блондинкой и брюнеткой, резко повышается чувство собственного благополучия. Веселого Рождества. Веселого Рождества. Черри, может, это клиент? Умница. Не зови меня так. Курт зовет. Да, Курт зовет. Умница. Я помню Ботвайл дал вам забавное прозвище. Как он тебя зовет? Женщина-контакт. Весьма уместно. Я думал, это семейная вечеринка. Не знал, что пригласили кого-то еще. Я его пригласила. Я бы тоже его пригласил. Мне не понравилось, как ты охотился за гобеленами. Но сегодня ты мне нравишься. Ты ирландец. Сейчас Рождество, тебе все нравится. Точно. Кирдон следил, чтобы клиенты расписывались, где положено. Можно звать тебя по имени Санти. Ботвайл звал Эмиля Хатча своим карманным магом. У него было унылое лицо, унылый голос и унылый вкус. Арчи Гудвин, это Лео Джером. Я знаком с вашей матушкой, миссис Перри Портер Джером. Очень рад. Манеры у него были материнские. Какие красивые цвета. Конечно, ты красивее. Если бы этот сертификат был настоящим, я достану его за $2. Что скажешь? Ты не женишься даже на мисс Вселенной с миллиардом долларов. Сработало? Просто идеально. Ты уходишь к Ботвайлу? Да, милый Арчи, но я буду тебе сестрой. Отдай сертификат, пока меня не арестовали. Он его порвал. И куда выбросил? Не знаю, в мусорное ведро. Ты придешь на свадьбу? Нет, мое сердце разбито. Вот он. Курт. Веселитесь, веселитесь. Да зарит свет самые мрачные уголки. Гудвин, вы здесь? Хорошо. Эдит, твой сыщик. Ботвайла я еще не раскусил. Он мог со мной говорить о бейсболе, а с Вульфом об археологии. Несмотря на невзрачность, что-то в нем было. Иногда все побеждает любовь. Ну вот, бывшая моя. Еще рано. Ты это не пьешь. Глоток я выпью, Ал. Тебе не понравится. Стой. Санти, другой бокал. Гудвин, скажите Вульфу, что я хочу закончить нашу беседу о свитках Мертвого моря. Ну вот. Единогласно. Мой тайный публичный грех. Повторяю. Иногда все побеждает любовь. Иногда маленькие демоны убегают из своих нор, и в трубном гласе веселья и добра тонет вселенский поток злобных скрипов. Как, например, сейчас. Веселого Рождества!
Веселого Рождества. Веселитесь. Как мило. Я это запишу и напечатаю о трубном гласе и... Курт! Что такое? Курт! Курт! Так, все назад, врача. Срочно зовите врача. Сделайте что-нибудь. Уже ничего нельзя было сделать. Я знаю этот запах. Только большая доза цианида убивает так быстро. Я найду другого. Если доктор прибудет через 3 минуты и промоет ему желудок химикатами, это вряд ли ему поможет. Шанс 1 из 1000. Вы можете что-нибудь сделать? Не для него. Сердце остановилось. До приезда полиции... Полиции? Ничего не трогайте, особенно бутылку перно. Оставайтесь здесь. Куда делся Санта? Кто-нибудь видел? Он не поехал на лифте, мы бы услышали. Оставайтесь здесь. Кирнан, вызови полицию. Ллойд, 5-3-100. Да. Санта растаял, а я не стал искать лужу, потому что у меня было другое срочное дело. Было без 27. Эксперты закончили осмотр места преступления. Инспектор Креймер отправился руководить охотой на Санту. Сержант Перли Стеббинс остался все разъяснить. Неужели никто не знает, кто изображал Санта-Клауса? Ботвайл сам пригласил его. Костюм заказал в Берлисоне. Мисс Куан получила пакет и отнесла его Ботвайлу. Мы проверяем все агентства, которые могли прислать Санта-Клауса. Если он ни при чем, он дурак, что сбежал. Может, он испугался и не думал. Может, он уже сидел. Но если он просто работал, ему незачем было убивать Ботвейла. Убийца знал о Перно. Не тратьте время на агентство. Обычно мы его только и тратим, мистер Хатч. Но поймите, если Санту привел Ботвейл, будет трудно поверить, что он подсыпал яд в бутылку. Это значит, что мы, я и мой сын под подозрением. Сначала найдем Санту, тогда посмотрим. Но судмедэксперт точно сказал, что это был цианид. В мастерской стоит большая банка. Я постоянно им пользуюсь для позолоты. Каждому, кто знал это, и то, что Ботвайл держал в столе открытую бутылку перно, этого было достаточно. Вы признаете, что знали об этом? Миссис Джером, мистер Джером, мистер Арчи Гудвин признают, что знали о перно, но не о цианиде. Неправда, она все знала, как ты смеешь, шлюха. Сядьте, успокойтесь. Сядьте. Боже. Мисс Куан. Однажды в мастерской я слышала, как мистер Хатч просил ее быть с ним осторожной. Мистер Хатч? Это правда? Чушь. А если и да? Что за обращение? Послушайте, миссис Джером, сейчас я знаю, что один из вас солгал мне. Вы. Я обращаюсь к вам, ко всем. Ложь вам только навредит. Но иногда... Иногда она нам помогает. Умолчав о разговоре с Марго, я оказался вместе с миссис Джером. И я хочу знать о родне их родни. Все, что раскопаете, пусть работает целый взвод. Сразу докладывайте мне. Вечеринка официально закончилась. Нужно поговорить, Гудвин. Если вызовете в участок, поговорим, но сначала я поем. В прошлый раз я там чуть не умер от голода. Что вы здесь делали? Веселился, как видите. Меня пригласила мисс Дики. Вот и все. Почему? Она собиралась замуж за Ботвайла. Шампанское бывает разным. Я спрашиваю, она меня пригласила, спросите ее. Я спросил, она говорит просто так. Но она мялась. Почему?
Молодец. Я бы съел весь снег, что выпал с полудня, только бы не объясняться насчет сертификата. Поэтому я рылся в урне. Я вас знаю, Гудвин, знаю. Вы даже звали меня Арчи. Я лелею память об этом. И выпустили отсюда Санту, не заметив его. Я был возле умирающего. Вы невнимательны. Знаете, что говорят? Что Санта был в перчатках, чтобы не оставить следы. Вы знаете, кто он? Нет. Я не говорю, что он убийца. Но если вы не хотите его впутывать, а мы собьемся с ног в его поисках, что тогда? Это будет плохо. Лично я бы это не одобрил. Проклятие. Завтра утром вас вызовут в участок. Только не слишком рано. Я буду без сил. Сначала позавтракаю, а потом приду. Я скажу, когда. Да, да, да. Лодырь. Когда я пришел домой, Вульф уже сидел в огромном кресле в конце стола. Он поздоровался, даже не рявкнул. Я ему ответил, извинившись за опоздание. Фриц, что на ужин? Ваша любимая. Утка в апельсинах. Я одобряю ваше правило не обсуждать дела за ужином, но все-таки... О смерти мистера Ботвелла сообщили по радио в 7 часов. Вы были там? Да, был. Конечно, как только найдут Санта-Клауса, все прояснится. Я хочу рассказать, что было до смерти Ботвелла. Помните мой сертификат? Да. Мисс Дики все отменила, а я потерял $2. Действительно. Она решила выйти замуж за Ботвелла, а через 10 минут он умер. Что делать мне? Быть со мной — это приятно. Я хочу взглянуть на одну книгу. Она в вашей комнате. Здесь и сейчас. Херберта Блока. Вы принесете ее мне? Преодолеть 2 пролета на полный желудок. Но я был рад. Я хотел показать, как я признателен ему за спокойную реакцию на гибель моих надежд. Ну, где же ты, Херб? Что? У меня в голове возникла пауза. Гудки, скрип колес, лобовое столкновение. Зачем он так решил сказать мне, что Санты было? Почему не сказал прямо? Потому что был в отчаянии. Мысль о женщине в его доме или альтернатива «мой отъезд» привели его в страшное отчаяние. Он пришел взглянуть на меня и Марго. Пришел сам. В принципе, он показал, что лучше сделает то, что не сделает ни за какой гонорар, чем потеряет меня. И он послал меня в мою комнату, чтобы я даже не думал говорить об этом. Вы не зря надели перчатки, я бы узнал ваши руки. Где вы их взяли? Да я не знал, что там убьют человека. Конечно. Можно вас спросить? Видимо, можно. Когда вы все устроили? Вчера в 2:30. Do
Ботвейл мог кому-нибудь сказать об этом? Он обещал молчать. Уйдя в 12:30, вы отправились к Ботвейлу? Нет. Вы с Фрицем рассчитывали, что я уйду в это время. А я купил перчатки и пообедал с Ботвейлом у Растермана. Мы прибыли в его студию в 2 часа, поднявшись в ее частном лифте в его офис. Это пакет, а вот гримерная. После обеда я всегда пью перно. Это мой тайный публичный грех. Присоединитесь. Он щедро наполнил бокал, выпил его в 2 глотка и поставил бутылку на стол. Полиции это будет интересно. Не сомневаюсь. Я взял наряд и пошел в частную гримерную в конце его кабинета. А он пошел в студию к клиенту. Он заказал самый большой размер, но я еле влез. Пришлось провозиться еще полчаса. Ботвейл помог мне с бородой и париком. И вас не видели без грима? Нет. Почему вы не оставили перчатки вместе с костюмом? Перчатки не прилагались. Не прилагались? Нет. Перчаток там не было. Не знаю почему. В общем, Фриц ждал меня только после 6. Поэтому я дошел до публичной библиотеки, где провел 2 часа, а потом приехал домой на такси. Больше мили. Самый долгий поход со времен Черногории. Идти в пургу, опасаясь преследования полиции. Женитесь и идите к черту. Это было опасно. Как он мог послать меня в мою комнату думать в одиночестве? Простите, что-то в горло попало. Вы опишете ситуацию или я? Лучше попробуйте вы. Так. Вы увязли. Если вы сейчас, то есть сейчас, пригласите Креймера выпить с вами пиво и скажете ему, это будет неприятно, но терпимо. Нет. Мы поспорили, что вы будете рядом со мной, а я вас не узнаю. Нет. Они узнают, кто продал перчатки, и получат ваш портрет. Если вы будете ждать, вы не посмеете сказать ему, что видели, как Ботвейл вскоре после 2 благополучно отпил из бутылки и не умер. Если вы скажете ему это, дождавшись его визита, он задержит вас за сокрытие улик и докажет вашу вину. Я могу найти Креймера, он сейчас у себя. Нет, я не признаюсь мистеру Креймеру, что это был я. Нет. Я не разверну утреннюю газету с рассказом об этом нелепом маскараде. Нет. Тогда вы будете сидеть и читать здесь и сейчас, пока к вам не придут с ордером. Это было бы глупо. Нет, я найду убийцу и вручу его мистеру Креймеру. Что еще остается? Вы хотите найти убийцу? Да. Ясно. Вы хотите найти убийцу. Что же вы мне не сказали?
А я-то тут стою и распинаюсь. Я хотел услышать вашу оценку ситуации, она совпала с моей. Да. Отлично. Значит, вы знаете, что у нас есть 2 недели или 2 минуты? Да. При близком общении с мисс Дикки вы, наверное, что-то узнали об этих людях. Что вы узнали? Позвольте вам объяснить. Мои отношения с мисс Дикки не были близкими. Так уж случилось. Арчи, выберите слово сами. Не ищите подтекст. Нет, нет, дело не в словах. Мисс Дикки... Хорошо танцует. Очень хорошо. И я танцевал бы с ней по средам во Фламинго. Да, там же вы танцуете с мисс Роуэн. Она не против? Она об этом не знала, пока в понедельник мисс Дикки не представилась мисс Роуэн, что вызвало довольно печальные последствия. Да. Маргарет Дикки попросила меня об услуге. Она уже год планировала выйти замуж за Ботвайла, а потом решила, что к нему подкатывает Черри Гуан. Она не хотела уступать ей и попросила меня достать ей сертификат, вписать в него наши имена, чтобы вручить его Ботвайлу и сказать «сейчас или никогда». Я думал, что творю добро. Надеялся на это. Но вы не близки с мисс Дикки? Нет, сэр. Но все же, она говорила о студии, о тех людях. Кто-то из них убил Ботвайла. Ну да. Миссис Джером. Она вложила в фирму 500 000. Думала, что владеет Ботвайлом. Она была его ангелом. Она ревновала к Марго? К Марго и Черри. А Лео, сын, если бы он думал, что мать проматывает его наследство, у него была бы причина. А мистер Кирнан так смотрел сегодня на Черри Куан, если он видел в Ботвайле конкурента... У него тоже был повод. Верно. Мистер Хатч. Мистер Хатч. Я не удивлюсь, если этот мистер прикончит их всех из принципа. Сегодня он мне намекнул, что он один создал фирму и ничего за это не получил. И Черри Куан. Я бы предпочел, чтобы меня отравила Черри. Всего 5 человек. Я достал Марго лицензию на брак, но не на убийство. Если она солгала мне, сказав, что все получилось, значит, она хороша не только в танцах. Выйдя на след Санта-Клауса, Креймер скорее пришел бы к Вульфу, а не позвонил. Так-так. Здравствуйте, мистер Годвин. Я к Неро Вульфу. Неужели? Ну что же, прошу. Хочу подчеркнуть, что Черри хорошо смотрелась в красном кресле. Мы виделись сегодня, но сейчас все иначе. Это вы были в костюме Санта-Клауса. Я не понимаю, мисс Куан. Вы видели меня сегодня в костюме Санта-Клауса? Простите, вы им не сказали? Хорошо, что и я им не сказала. Дорогая мадам, загадки загадывайте мистеру Гудвину, он их любит. Я думала, вы умны. Если я расскажу полиции, даже если мне не поверят, они проведут дознание. Не так ли? Она весила 46 килограмм. Я мог взять ее подмышку, другой рукой закрыть ей рот и запереть ее в нашем уютном подвале. Или я мог достать из ящика стола револьвер. Мы понимаем друг друга? Я лишь понимаю, что вам что-то нужно, мадам. Что? Я знаю, кто его убил. У Марго и Курта был роман. Когда Курт начал ухаживать за мной, я переживала, потому что любила его. Я сказала ему, что моим первым мужчиной будет только мой муж. Но вчера вечером он позвонил мне, сказал, что навсегда расстался с Марго и хочет жениться на мне. Тогда он сказал мне о вас. Сказал, что вы будете Санта-Клаусом. Я еще не признал это. Но
Мы дошли до сути. Мисс Дики убила мистера Ботвайла. Конечно, она. Вы сказали это полиции? Да, но они не слушали. У вас нет улик. Она так хитро любезничала на вечеринке, что улик не будет. Никогда. Вас могут осудить за клевету, вы понимаете? Но я подумала, мистер Вульф, что вас тоже могут осудить. Вы хотите, чтобы я нашел улики? Вот что я хочу. Я все четко разъяснила? Да. Вы все прекрасно разъяснили. Тон его был сух, но не враждебен. Я видел, как дергается мышца у него за ухом, а она не видела. Видимо, мисс Куан больше не стоит раздумывать о том, что кто-то еще убил его. Я знаю, это была она. А я нет. Я свяжусь с вами завтра. Завтра утром я пойду в полицию. Чушь, вы подождете. Сообщив об этом, вы уроните хлыст, которым грозите мне. Я свяжусь с вами завтра. Надеюсь, завтра утром. На следующий день в 4:30 Вульф был в оранжерее. На моем столе не было записок с инструкциями, но в моей пепельнице лежали 3 окурка сигарет «Фараон». Их курит Сол Пензер. Я позвонил в оранжерею. Я могу опустошить пепельницу? Да, пожалуйста. А что потом? В 6 часов я скажу. Может быть, раньше. Я проверил гроссбух в сейфе. Солу деньги не выдавали. Дом Нира Вульфа. Сол! Я рад, что ты благополучно вернулся домой. Скажи мистеру Вульфу, что все готово. Что-нибудь еще? Да. Да. Сол звонил, сказал, что все в порядке. Поздравляю. Если я мешаюсь, я лучше пойду с мисс Роуэн на танцы. Что странно, вы не мешаетесь. Расставьте стулья для гостей. 10 хватит. 4 или 5 придут скоро после 6. Надеюсь, не больше. Остальные придут позднее. Еще есть проблемы? Да, хватит звонить. Первая группа прибыла в 6:15. Пожалуйста, садитесь. Нет, не сюда. Вот сюда. Миссис Джером заняла красное кресло, но я переселил ее. Мисс Куан? Может быть, властная Черри выбрала совсем другое кресло, но ей подходил этот фон, а миссис Джером нет. Сегодня утром я разослал вам одинаковые приглашения, написав, что у мистера Гудвина есть некая информация, которую он хочет поведать полиции сегодня вечером. Я убедил мистера Гудвина позволить мне обсудить ее с вами. Сложность в том, что каждый из вас, включая мисс Дики и мистера Кирнана, имел шанс отравить ту бутылку. Чушь! Это сделал тот Санта-Клаус. Я все время был с Ботвайлом и с матерью. Ботвайл мертв, а ваша мать. Ботвайл вытягивал из нее ваше наследство, сэр. Когда вы узнали, миссис Джером, что Курт хочет жениться на Черри Куан? Курт на этой потаскушке? Я думал, он женится на Марго. Марго? Это знали все, кроме вас. Но если бы Курт передумал, миссис Джером напала бы на Черри, а не на Курта. Кирнан же убил бы 100 Куртов, чтобы заполучить Черри. Возможно. Итак, Арчи. Мне пришла пора поделиться информацией, которую я хотел сообщить полиции, что было трудно, потому что у меня ее не было. К счастью, в дверь позвонили. Здесь парочка ваших друзей, Гудвин. Что это такое?
Что здесь происходит? Мисс Куан, пересядьте. Мистер Креймер любит это кресло. Вы арестованы, Пензер. Сидите со Стеббинсом и молчите. Я здесь главный. Вы здесь не главный, мистер Креймер. Не в моем доме. Вы прекрасно это знаете. Если мистер Пензер арестован, забирайте его. А иначе сядьте, и я скажу вам, кто убил Курта Ботвайла. Вот ваше кресло. Это ваше кресло. Полагаю, последние два месяца вы знали, что мистер Гудвин увлекся мисс Дикки. Он говорит, что она хорошо танцует. Об этом потом. Я хочу знать, вы послали Пензера? Сейчас объясню. Арчи, пожалуйста, расскажите, о чем мисс Дикки попросила вас во вторник вечером? Хорошо, Ботвайл обещал жениться на ней на следующей неделе. Он дал ей слово больше года назад, и она хотела поставить точку. Я должен был достать брачный сертификат, вписать в нее себя и ее, чтобы она показала его Ботвайлу и сказала, сейчас или никогда. А вчера вечером? Она мне сказала, что трюк сработал идеально. Она вам сказала, что стало с сертификатом? Да, он его увидел, Ботвайл порвал его и выбросил в урну. Это было вечером в четверг. И что вы сделали, зайдя в офис после смерти Ботвайла? Я высыпал все из урны, а потом положил туда все по порядку. Брачного сертификата там не было. Вы проверили? Да. Его взяла Черри. Что? Это была ты, шлюшка. Мисс Дикки, прошу вас. Я больше ждать не буду, мистер Вульф. Мисс Куан, я рассказываю. Еще один факт. Вчера я обедал с Куртом Ботвайлом. Перед этим он позвонил мне и сказал, что ему нужны белые перчатки. И я заехал за ними. Это меня удивило. Но он во многом был удивителен. Креймер ничему из этого не верил и без оснований, так как в этом была доля правды. Что он сжалился бы над каким-нибудь бродягой, наняв его разливать напитки в костюме Санта-Клауса. Однако, его руки были бы презентабельны для публики, только если бы он надел белые перчатки. Вы бы сообщили об этом. Я предпочел не выслушивать ваши упреки в медлительности, а раскрыть дело. Сначала я поговорил с одним из работников Ботвайла, с мисс Куан, вчера вечером. Конечно, он смотрел на Черри с опаской. Она вчера проговорилась и могла сделать это снова. Но она даже не пошевелилась. Сегодня утром я дал мистеру Солу Пензеру два задания. Первое – доставить записки, текст которых гласил: «Облачаясь в четверг в свой костюм, я видел, что вы сделали. Будьте у газетного киоска на углу 10-й авеню и 46-й стрит сегодня в 18:30. Я подойду к вам и скажу: Святой Ник. Там была подпись «Санта-Клаус». Боже, вы признаете? Я объявляю об этом. Если убийца считал, что его видели, он не удержался бы от встречи с автором записки, не так ли? У вас есть вопросы? У кого-нибудь, о чем-нибудь. Сол, докладывайте. Вы были у газетного киоска чуть раньше 6:30? Да, сэр, я был в 6:20. Через три минуты я узнал трех полицейских, стоящих в разных местах. Не знаю, узнали ли они меня. Потом в 6:28 я увидел неподалеку Альфреда Кирнана. Затем я увидел, как из переулка вышла Марго Дикки и сделал, как вы сказали. Святой Ник? Кто вы? Что вам нужно? Извините, мадам, я сейчас подойду. Святой Ник! Пензер, вернитесь!
Держите его! Хватайте его! Вы пойдете с нами. Что-нибудь еще, сэр? Нет, этого достаточно. Полагаю, мистер Кирнан подал вашим людям сигнал. Да, он принес нам записку, равно как миссис Джером, ее сын и Хатч. Мы устроили слежку. Но не мисс Дикки. Да, и не мисс Куан. Подумаем, зачем мисс Дикки сказала мистеру Гудвину, чтобы Твайл женится на ней, если это была неправда. Это было глупо, ведь он все равно узнал бы правду. Но не так глупо. Если она уже добавила яд в бутылку, это лишило бы ее мотива или хотя бы помощи. Что скажете, мисс Дикки? Прошу вас. Это все Черри. Она убила его. Не отвечайте ему. Теперь я главный. Это все она. Она ревновала, потому что он хотел жениться на мне. Он любил меня. Только меня. Но она не пришла к шантажисту, а вы пришли. Не так ли? Арчи, прошу тебя. Перли, это было ни к чему. Я сидел напротив нее и мог ее схватить, но Перли не задумывается о чужих чувствах, тем более моих. Помоги мне, Арчи! Каким было второе задание? Сол поговорил с уборщицей Ботвайла. Урну в его офисе опустошили в четверг днем. До разговора Марго и Курта. Так как ни у кого не было причин забирать эти клочки, вероятно, мисс Дикки лгала. А раз она солгала о документе, остальные слова были подозрительны. Куда вы идете? Ухожу. К своим тысячам, я полагаю. Я нашел значение слова «кокетничать». Это значит заигрывать в любовном плане. Впустую тратить время. Я буду кокетничать. Заприте за собой дверь. Сегодня не понедельник. Благотворительность, которой ты ревнуешь, едет в тюрьму. Я не ревную. Она убила любимого человека. И правильно сделала. Может, сегодня дома потанцуем?